Так, сюда. Побежали, побежали, побежали. Так, здесь взяли кроликов и вот здесь положили. Отсюда зашли, с этого окна было видно, как стояли на этих кирпичиках и залезли к соседу на те клеточки. 4 кролика. Перебитая доска. Маленьких туда посадить. Путь ухода. Под сетку. И далее. Так, отсюда побежали. И из огорода, из двора и на дальний кордон. Работа неизвестных зверушек у кроликов. Банку тоже погнули они? Ух, ёпта, а я и не видел, а кто ж? Я? Вот. Она вот такая должна была быть. Алина, вот такая, да? Ну да. Понятно. Все лучшее детям. Алина все время воды туда наливала. Понятно. Вот это... Вот это тут оно что-то... Вот что-то оно вот тут здесь интересное. Смотри, удар. Ну вот вмятинка. Ага. Банку в пакет ложить. Да, возьмем. А вот смотри, как царапина, видишь? Да. Видно. Вот видно, царапина, блядь, видишь? Да. Ну не знаю, блядь. Собака согнет ее, не согнет. Надо, блядь, кинуть своей попробовать. Да ну, блядь, хуя. Так и вот, блядь, как. Да, когтями, блядь. Ты понял? Ну да. Надо уже показывать. Да я сам. А я, блядь, и не видел, слышишь? Ну что, они же во всех были банки. Банки? Не, у этой не было. Не было. Были маленькие, я вытягивал. А вот там еще посмотри, в других клетках, может, там тоже есть. А, это отсюда, блядь, банка. Это вот. Не, это целая. Ну, чуть-чуть подмята, но. Это так. Ну, можно найти 10 отличий. Ну это, блядь. Это уже, можно сказать так, это не одно. Это уже раритет. Серега, ты все экспонаты пораздариваешь. Да что раздариваешь? Они о многом могут сказать. Экспонаты. Пробежали как мышки, да? Вроде как все. Пробежали как мышки. И не поздоровались, да? Понятно. Хрен его знает, но вот там он, Серег, скажи, вот та клетка внизу, она вообще... Это была... не кролячая шерсть, она жесткая. А вот уже как бы более темный пошел волос. Это да. Белый, а это темный. Ну сейчас мы это... А вот этот как раз он получается черный, аж серебристый, да? Серег. Не, ну, блядь, у кроля не так он мягкий, мягенький, ну, у да, кроля. Пушистый, так пух больше. Да, а это, блядь, как леска, ты видишь? Да, и блестит, я вот даже здесь на камеру вижу, да, блестит. Да. То где-то, что мне кажется, он помягче, и он не пружинник у кроля. Ну, есть и пушок, видишь, с корнем.